Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, очередная распаковка посылок на канале Gadget Mania. Это новое видео, мы начинаем очередной кулечек из Китая. Поехали! Ну вот смотрите, был один браслет, обзор, была одна распаковка одних фитнес-часов. Не знаю, будет ли обзор. И в том видео я пообещал, что будет еще одно устройство, еще один, скорее всего, здесь браслет. И потом мы выберем, какой же все-таки обзор я, точнее, выберу, а вы посмотрите, на какой товар я конкретно сделаю обзор. Либо на часы, либо на браслет. Путем просто, что лучше и что я посчитаю, ну, нужным рассказать вам. Пока что у меня от этой компании два устройства. Одно из них... вы можете смотреть на канале в виде обзора. Браслет мне понравился, к нему есть определенные претензии. Тестировала моя вторая половинка их, скажем так, да, и тоже вызвала пару-тройку вопросов. Сначала устройство, ну, оно синхронизировалось, но при этом как бы терялось, то есть через сутки, допустим, оно синхронизируется, целый день синхронизируется по Bluetooth, если на смартфоне установлено приложение, включен Bluetooth. А потом, допустим, 12 часов ночи синхронизация вся пропадает, и, соответственно, ты не можешь смотреть статистику. Я написал продавцу, то есть производителю данного устройства. Он мне ничего не ответил, но буквально через несколько дней, там, ну, пускай будет это 3-4 дня, все нормализовалось само собой, и я об этом честно указал в обзоре. И после этого статистика стала собираться и формироваться в нам обещанные графики. Почему я заморочился именно с носимыми устройствами из Китая? Ну, потому что компания новая, магазин новый, и, соответственно, можно договориться с ними, то есть высылает определенные образцы для обзора. И мне просто интересно, я сам пользователь компании Xiaomi в плане носимых устройств. У меня был первый Mi Band, потом есть сейчас второй Mi Band. И в итоге хотелось бы просто сравнить вот с этой продукцией. Что мы получаем в очередной раз? В очередной раз мы получаем белую красивую коробку, которая в процессе транспортировки почты EMS Китая 2-2,5 недели никаким образом не нарушилась. Такую коробку приятно получить в подарок. Здесь у нас есть такой вот буклетик на китайском языке. Есть книжечка, точнее буклет, еще один буклет, они очень любят буклеты. И вот он, очень длинный буклетик о том, как же все-таки правильно эксплуатировать это устройство. Дальше у нас есть вот такой вот пакетик по защите. И тут мы видим абсолютно новое. Если у нас фитнес-часы были с признаками, как будто бы их только что сняли с руки, но они вроде более-менее новые, то сам браслет, вот этот вот очередной браслет от Senbona, он выглядит... ну, приятно, он выглядит новым, то есть ты получаешь, ты заплатил и получаешь новый товар. Дальше, что у нас есть в комплекте, если можем так его назвать? Больше в комплекте ничего нет. Я могу ошибаться, но если здесь нет никакого зарядного устройства, то, скорее всего, эти часы, точнее, этот браслет будет работать в течение года, если я не ошибаюсь, 12 месяцев. Будет работать без какой-то дополнительной зарядки. Сразу бы хотелось отметить, как я вижу себе user experience. Для мужской руки они, ну, вот так вот, да, покажу. Для мужской руки они либо очень аккуратно будут смотреться, у меня рука среднего значения. Как же они все-таки включаются, мне просто интересно. Нету никаких технических отверстий для зарядки синхронизации. Вообще во всей продукции компании Senbona присутствие пульсометра на задней стороне устройства обязательно, потому что они себя позиционируют как все-таки производитель с более точной, как бы так, измерением. Конечно же, это не медицинская точность, но все-таки дают в массы, именно чтобы вы следили за своим здоровьем не только путем отслеживания сна и шагомера, но и путем контроля своего пульса сердечного ритма. Как они включаются, пока для меня секрет.
но мне кажется, я с этим разберусь. Ну, недаром здесь вот такая большая макулатурина присутствует в комплекте, потому что зарядки, друзья, нет. Что хотелось бы сказать по поводу внешнего вида. Вот я сейчас смотрю, потому что распаковки все-таки это первое впечатление и внешний вид. Браслетик, соответственно, фитнес-браслет, фитнес-трекер. У нас у всех браслетов этого бренда отсутствие возможности смены браслета, то есть это преемственность, скажем так. Не знаю, хорошая она или не хорошая черта, как производителя, но в принципе есть, допустим, в линейке там 4-6 устройств, и вы себе подбираете под свои нужды и под свой личный стиль. Как это будет выглядеть на руке? Ну окей, давайте посмотрим, потому что застежка обычная на часах, при этом очень тоненький сам материал, это скорее всего какая-то прорезиненная химоза или еще что-то. Ну, в общем, этот браслет смотрится более элегантнее, чем MS-01. Предыдущий браслет у меня просто не под рукой. Этот браслет смотрится более элегантнее на руке. И присутствие вот такого шероховатого покрытия этой самой резины или прорезиненного материала дает возможность, причем несколько цветов есть. Если вы не хотите черный, то вы можете выбрать любой другой. Пока непонятно, как их соединять. Скорее всего, мне будет интересно походить с таким устройством и, конечно же, рассказать вам в видеообзоре или в каком-то опыте использования. Ну что ж, друзья, это, я надеюсь, было не совсем длинное видео, распаковка устройства под названием... Господи, есть ли у него название? А давайте почитаю технические характеристики перед тем, как я заключительные слова скажу. Конечно же, он отслеживает у нас шагомер, дистанцию, калории, обязательно показывает слип-мониторинг, обязательно уведомляет о входящих звонках. Также у нас есть 12-24 система, и вы можете поставить дату, время, все это на дисплее, уведомления об смс и еще каких-то пропущенных событиях. Контроль музыки, контроль камеры, контроль видеокамеры. И, конечно же, у нас есть антипотеряйка, есть будильник, есть подъем, если вы засиделись на одном месте и не двигаетесь. Есть APP GPS Track Record, это, наверное, записывание во время тренировки вашего пути следования. Bluetooth версии 4.0 BLE. И IP67 waterproof, то есть они водонепроницаемые. Также показывается у нас, да, все это в виде значков, пиктограммочек на задней части устройства. Опять же, стоимость до 2000 рублей, пройдите по ссылкам в описании, поддержите меня, можете даже задать вопрос продавцу, что может быть какую-то скидку он предоставит. Прям так и говорите, ссылку на канал давайте, на этот видеоролик. Прям так и пишите, что мы там с канала Гаджетмания увидели, хотим получить скидку, может быть он вам ее и предоставит. Ну вот и пришло время прощаться в этом видео. Друзья, я, если честно, немножко, скажем так, удивлен, потому что браслет никаким образом не заряжается. Как долго он будет работать, каким образом он получает заряд, это предстоит еще узнать, потому что в распаковке, ну, слишком она будет долго, если это все дело изучу. А потом мне интересно приклеивать кадр уже, скажем так, где я это типа разобрался. В любом случае, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Конечно же, вступайте в группу ВКонтакте, все полезные ссылки в описании. И заходите на сайт gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Там вы найдете купоны, скидки, промокоды. Ну и совсем забыл в последних видосах указывать, что проявляйте свою активность, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно поставьте плюсик в виде комментария или напишите добрые и, может быть, даже недобрые слова. В общем, просто проявите свою активность, я очень сильно прошу. И обязательно поделитесь данным видосом в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Для вас этого не сложно, а мне будет очень полезно. Ну и, конечно же, кто досмотрел до этого момента, пишите в комментариях, что вы супергерой и супермолодец. Я обязательно отвечу на каждый ваш комментарий. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.
Let's go.